Здравствуйте, коллеги. Mapic Russia вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте, меня зовут Юрий Ушаров, я коммерческий директор ADG Group. Расскажите, пожалуйста, чем занимается ваша компания? ADG Group развивает девелоперский проект по реконструкции, или точнее даже сказать по перезапуску старых кинотеатров в городе Москве, целых 39 объектов. Ничего себе. Скажите, пожалуйста, вы именно по адресу сейчас, наша выставка, она была как раз и придумана, видимо, ради ваших компаний, потому что вот вы непосредственно вот подходите нам по повестке. Скажите, пожалуйста, как вам выставка, какое настроение здесь царит и ваши впечатления? Да, мы именно по адресу, именно поэтому наш стенд, он прямо при входе. Поэтому все, кто заходит сюда, они неминуемо попадают к нам. Но я думаю, что в наше время нужно сказать, что то, что выставка состоялась, это уже хорошо. Но и в принципе мне очень нравятся стенды. Их, наверное, не так много, как могло бы быть. Вот. Но я вижу, что рынок живет. Я вижу оптимизм. И это внушает и мне оптимизм в том числе. Вот я вижу, что несмотря на то, что в индустрии иногда присутствуют и пессимистические настроения, но в то же время есть и оптимистический вектор, который мы тоже разделяем и абсолютно точно верим в будущее свое. Тогда поделитесь еще больше оптимизмом. Расскажите, может быть, вкратце о планах вашей компании на будущий год, потому что этот год все-таки мы все понимаем, что мы пытаемся оправиться от предыдущего, да, но все-таки смотрим в будущее и, скорее всего, строим уже какие-то интересные планы. Можете поделиться с нашими зрителями? Туда поделиться? Да, пусть все абсолютно видят и слышат. Или это коммерческая тайна? Может быть, вы держите в рукаве те козыри, которые стрельнут скоро, но говорить пока нельзя? Нет, мы не держим в рукаве козырей. Более того, наши объекты все видят, и все наблюдают процесс их реконструкции и постройки. Поэтому у нас мы абсолютно точно полны оптимизма. Мы практически в плане находимся по открытию объектов в этом году. То же самое будет в следующем году. У нас 7 действующих объектов. До конца года будет, наверное, 15 действующих объектов. И в следующем году еще, бог даст, до 10. Так что мы полны оптимизма, мы будем работать и приглашаем всех к нам в центр. Спасибо вам. Мы надеемся, что на нашей выставке найдутся и партнеры новые для вашей команды, которые точно не пройдут мимо, потому что вы совсем рядышком с входом. И пожелаем вам удачи и надеюсь до встречи в следующем году. Спасибо большое. Нам она пригодится.